Строительный комплекс Гомельской области динамично развивается. Благодаря прогрессивным технологиям, профессионализму строителей, на карте региона появляются новые дома, микрорайоны, производственные здания и сооружения. Строительство в целом меняет атмосферу и облик городов нашей области, делает теплыми и уютными дома каждого из нас. Будущее нашего региона создается сегодня с большой стройкой. Сегодня в большой стройке. Яркие фасады домов в стиле хай-тек и классические решения внешней отделки. Квартиры с разнообразным ассортиментом метражности. УКС города Гомеля о самых горячих квартирных предложениях этого лета в Гомеле. Управление капитального строительства города Гомеля предлагает новые комфортабельные квартиры в жилом многоэтажном доме, который разместился на пересечении улицы Богдана Хмельницкого и Быховской. В настоящее время осуществляется прием заявлений на долевое строительство. Предлагаются 1-, 2- и 3-комнатные квартиры. Цена за 1 квадратный метр в данном доме составляет 1340 белорусских рублей для граждан, не состоящих на очереди нуждающихся, и 1078 рублей для граждан, состоящих на очереди нуждающихся. Данный дом расположен в очень удобном месте. Это район со сложившейся инфраструктурой. Рядом 40-я школа, детский сад, остановки, магазины, поликлиника. То есть все, что нужно для комфортной жизни. С более подробной информацией по объекту, с планировками можно ознакомиться на нашем официальном сайте предприятия uksgomel.by по телефонам, указанным на сайте, либо приехать к нам в государственное предприятие по адресу улица Советская, 19А. Будем рады вас видеть. Приходите. Дом в Советском районе УКС города Гомеля вводит в эксплуатацию уже в июле. А в центре города предприятие ведет активное строительство группы жилых домов по улице Докутович. Открыт прием заявлений на строительство 1-, 2- и 3-комнатных квартир в доме номер 3. Его фасад, как и построенного рядом дома, будет иметь яркие вентилируемые панели. Но есть еще одна изюминка именно этого проекта. Данный объект отличает очень интересные планировочные решения. Здесь есть однокомнатные квартиры от 30 до 36 квадратных метров, двухкомнатные квартиры от 45 до 52 квадратных метров, а трехкомнатные квартиры от 68 до 80 квадратных метров. Таких интересных и современных планировок нет ни одного застройщика города Гомеля. Цена за 1 квадратный метр составляет 1390 белорусских рублей. Для граждан, не состоящих на очереди нуждающихся. Прием заявлений осуществляется в УКСе города Гомеля по адресу улица Советская, 19А. Приходите, мы будем рады вас видеть. Если вы уже выбрали свою будущую квартиру и готовитесь к новоселью, предлагаем вооружиться важными знаниями о совместном управлении имуществом многоквартирного жилого дома. Товарищество собственников – некоммерческая организация, которая не ставит перед собой цель извлечения прибыли, считается созданным и приобретает право юридического лица с момента его государственной регистрации, имеет расчетный счет и печать со своим наименованием. Имущество товарищества собственников формируется за счет вступительных и иных взносов, обязательных платежей его членов, доходов от хозяйственной деятельности и иных поступлений. Этапы создания товарищества собственников – проведение собрания о выборе способа управления, согласование наименования, определение предполагаемого местонахождения товарищества собственников, подготовка устава, определение количества голосов каждого собственника, государственная регистрация. Товарищество собственников осуществляет свою деятельность в том числе по управлению общим имуществом на основании своего единственного учредительного документа – устава. В настоящее время отсутствует типовой устав товарищества собственников, однако в обязательном порядке устав должен содержать наименование, юридический адрес, предмет и цели его деятельности, органы управления, порядок их избрания, права и обязанности членов товарищества собственников. Оговаривается компетенция органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и порядок принятия решений, виды, размеры, состав и порядок внесения взносов, меры ответственности за нарушение обязательств по внесению взносов, порядок возмещения убытков, рассмотрение споров, проведение общих собраний, принятие решений, а также порядок ликвидации товарищества собственников.
приобрести квартиру своей мечты в областном центре в новом и перспективном микрорайоне, расположенном вдали от шумных проспектов. Это предложение от Управления капитального строительства города Гомеля. Предприятие ведет активное строительство домов в районе улицы Федюнинского. Перспективы с точки зрения инфраструктуры многообещающие. В новом микрорайоне предусмотрено строительство детского сада, аптеки, поликлиники, отделения связи, расчетно-справочного центра и паркинга. Сейчас УКС города Гомеля вносит самое горячее предложение начала лета. Это квартиры по ценам 2018-го. Последние свободные варианты в многоэтажном жилом доме номер 3 в районе улицы Федюнинского. В рубрике «Ваша новая квартира» присмотрим жилье именно в этом доме. Сегодня я в роли представителя молодой семьи из 4 человек. У нас с мужем 2 детей. Мы хотим приобрести квартиру в этом жилом доме номер 3 в районе улицы Федюнинского. Что это за жилье и каким образом можно приобрести здесь квартиру? Все по порядку. После того, как вы определились с выбором квартиры, район, дом, этаж, можно обратиться к застройщику с просьбой побывать в новостройке и оценить планировку вашего будущего жилья. Я смотрю трехкомнатную квартиру номер 33 на 9 этаже, общая площадь 80 квадратных метров. Я нахожусь в своей будущей гостиной. Мне нравится, что это финишная уже фактически отделка, идеально ровные стены. Объяснили, что пол уже полностью готов для укладки ламината, абсолютно идеально ровный. Как только попадаешь в квартиру, сразу бросается в глаза вот этот вот карман, ниша в прихожей. Очень хорошее место сразу для встроенного шкафа-купе. Большое пространство, можно разделить, вот здесь сезонная одежда, спортинвентарь какой-то. Еще я хотела бы очень отметить кухню. Для меня, как для хозяйки, принципиально. Почти 12 квадратных метров. Моя будущая рабочая зона, вот здесь уже все распланировано. Стол будет находиться на этой стороне. Очень большое пространство, то есть, когда ты готовишь завтрак, обед, ужин детям, мужу, ничего не мешает. Тут вот завтракать твоей семье. Очень хотела бы отметить, что с двух сторон уже размечены розетки, если тут стоит стол, телевизор над столом, все уже предусмотрено, отлично. Стоимость трехкомнатной квартиры, на которой мы остановили свой выбор, 68 тысяч 800 рублей. У нас имеется 20 тысяч семейных сбережений. Поэтому, чтобы купить жилье мечты, обратимся к представителям банка. Что необходимо, чтобы взять кредит на недостающую сумму? В данном конкретном вашем случае, когда квартира стоит 68 тысяч 800 белорусских рублей, и вы говорите, что 20 тысяч белорусских рублей вы можете внести собственных средств, мы можем вам предложить кредит в размере 48 тысяч 800 рублей. Беларусьбанк предоставляет отсрочку по оплате основного долга на 18 месяцев. И если совокупный доход вашей семьи составляет 1400 белорусских рублей, вам такой кредит возможен. Если мы видим справки, дохода недостаточно, мы можем включить совокупный доход, доходы других близких родственников. Обеспечением данного вида кредита является поручительство как минимум двух физических лиц. А сейчас «Большая стройка» предлагает самый актуальный «Стройдайджест». Гомельское областное управление капитального строительства выступает заказчиком по многоквартирному жилому дому номер 39 в 104 микрорайоне. Дом находится в тихом, уютном районе города Гомеля с развитой инфраструктурой. Всего в доме 64 квартиры, в том числе 32 двухкомнатные квартиры площадью от 59 до 60 квадратных метров и 32 трехкомнатные квартиры общей площадью от 77 до 78 квадратных метров. Гомельский домостроительный комбинат напоминает о возможности приобрести квартиру в 18-м микрорайоне Гомеля. В КПД 4 по улице Мазурова пока свободны двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Стоимость квадратного метра жилья в этом доме – 1300 рублей. В КПД 56 в Новобелице в 96-м микрорайоне Гомеля ждут своих обладателей 1-2- и трехкомнатные квартиры. Также важная информация. Гомельский ДСК реализует жилье не только в областном центре, но и за его пределами.
В поселке Гореневка Гомельского района имеются две однокомнатные квартиры. В городе Речице имеются также две однокомнатные квартиры в доме, который расположен по Светлогорскому шоссе. В городе Бобруйске предлагаем к продаже 1-2-3-комнатные квартиры стоимостью 1080 для нуждающихся и 1150 рублей для ненуждающихся. Объект расположен по проспекту Строителей. Как взять кредит на строительство жилья, где и какую квартиру в данный момент можно купить в Гомеле и за пределами областного центра, вам рассказала программа «Большая стройка».